Три домофонные компании Шымкента незаконно взимали плату с 38 тысяч абонентов за ежемесячное техническое обслуживание домофонных систем, причем на протяжении последних 2 лет. Этот факт заинтересовал антимонопольную службу, которая в ходе проверки выявила еще ряд нарушений предпринимательского кодекса. Монополисты ограничивали доступ на рынок конкурентным компаниям, заключая договоры с потребителями сразу на 11 лет, хотя по правилам содержания общего имущества объекта кондоминиума срок действия договорных отношений в таком случае не должен превышать 1 года. Абоненты могут подать в суд на компании, чтобы расторгнуть договор и не платить за домофон ежемесячно, говорят специалисты Департамента по защите и развитию конкуренции. Согласно изученным договорам, домофонные сама аппаратура принадлежит жителям, так как изначально, когда во время установки данных аппаратуры жителями были оплачены все расходы, в том числе закуп этого оборудования. Согласно вынесенному нашему уведомлению, они не вправе отключать от домофонных услуг потребителей, так как данные требования ущемляют право граждан, в частности, абонента получения доступа к собственному жилью. То есть это грубое нарушение права граждан Республики Казахстан.